Здравствуйте, сегодня 7 января, в эфире новости от Maxi Markets. В сегодняшнем выпуске обзор рынка Форекс, прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. Обращаем ваше внимание, 9 января будет опубликован отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, NFP. Не упустите возможность высокого заработка в короткие сроки. Для новых клиентов, пополнивших депозит, особые условия. Подробности вы можете узнать у представителей компании. NFP – лучший момент для входа в рынок. И в начале о главных экономических новостях среды. Великобритания опубликует индексы товарных и розничных цен за декабрь. Еврозона вместе с ведущими странами региона Германии, Франции и Италии представит и декабрьские индексы деловой активности для розничной сферы. Кроме того, Германия отчитается по ноябрьским изменениям объема розничной торговли, деловой активности в строительном секторе и трудовым показателям, включая уровень безработицы и количество безработных за ноябрь. Предыдущий показатель 6,6%. Еврозона также представит ноябрьский уровень безработицы в регионе, предыдущий показатель 11,5% и индекс потребительских цен за декабрь. А в американской статистике будут опубликованы протокол последнего заседания ФРС и изменение числа занятых в частном секторе экономики от агентства ADP. Кроме того, США и Канада публикуют итоговые показатели балансов внешней торговли за ноябрь, а Канада представит и декабрьский индекс деловой активности в производственной сфере. В нашем прогнозе по ценовому движению пары евро-доллар на среду предполагаем разворот и коррекционный подъем курса единой европейской валюты к целевым уровням 1.1928, 1.1968, 1.20 и 1.2043. Если же медведям все-таки удастся пробить предыдущий локальный минимум 1.1861 и закрепиться под ним, снижение может продолжиться к ключевому уровню поддержки 1.18, вблизи которого вновь ожидаем разворот и подъем пары к вышеназванным целевым уровням. В нашем прогнозе по ценовому движению пары фунт-доллар на сегодня предполагаем разворот и коррекционный подъем пары первоначально к уровню дневного разворота 1.5171, а затем после пробоя дальнейший рост курса британской валюты к следующим целям 1.52, 1.5236, 1.5268 и, возможно, к уровню ключевого сопротивления 1.53. Не оставляем без контроля и предыдущий локальный минимум 1.5105. Если медведям удастся пробить этот уровень и закрепиться под ним, снижение пары может продолжиться к ценовым уровням 1.5070, 1.5030, вблизи которых вновь ожидаем разворот и подъем британской валюты к вышеназванным целевым уровням. В нашем прогнозе по ценовой динамике золота на среду предполагаем продолжение восходящей коррекции металла и его дальнейший подъем к следующим целям. 1 $22.93, 1 $226.10, 1 $231.70 и выше в направлении ценового уровня 1 $238 за тройскую унцию. В ценовой динамике серебра на сегодня предполагаем первоначальный откат цен в ценовую зону $16.40, $16.10 за унцию, а затем возобновление роста стоимости серебра к целевым уровням $16.70, $17 и $17.30 за тройскую унцию.